Приветствую всех зрителей канала Айдиля. Сегодня я покажу вам что-то интересное, новенькое, что наверняка оценят ваши дети. Хотя это блюдо не очень полезно для детей, но иногда можно побаловать и себя, и своих домашних. И сегодня мы будем готовить корн-доги. Если честно, то я их тоже буду готовить первый раз. Что же такое корн-доги? Это небольшие сосисочки, обжаренные в тесте, во фритюре, на вот таких вот тоненьких шпажечках. И для этого нам понадобятся сосиски, молоко, кукурузная мука, пшеничная мука, яйцо, разрыхлитель для теста, перец красный молотый по желанию, соль, конечно же масло для фритюра и соус для дальнейшего поедания блюда. Я напомню, друзья, что практически все эти продукты, ну, кроме скоропортящихся, можно купить в интернет-магазине iDigger. Ссылочку я оставлю под этим роликом. А особенно я хочу обратить ваше внимание на замечательное оливковое масло Пьетро Карачелли. Именно вот это масло идеально подойдет для фритюра. Здесь на этикеточке даже написано об этом. Для того, чтобы приготовить корн-доги, нам понадобится сначала сделать тесто, потом нанизать сосиски на шпажки, обмакнуть в тесто и обжарить во фритюре. Фритюр – это кипящее растительное масло. Ну, собственно, сейчас мы попробуем это сделать. Ну, конечно же, мы приготовим кляр. Готовится он очень просто. 100 грамм кукурузной муки смешиваем с пшеничной мукой с таким же количеством. Добавляем туда 70 примерно миллилитров молока, яйцо, разрыхлитель. Примерно где-то пол чайной ложечки. По желанию, если хотим добавить немного пикантности и остроты, то можно добавить красный молотый жгучий перец. Однако, если вы готовите для детей, имейте в виду, что им может быть горячо. Немного посолим. И должен получиться достаточно густой кляр. Для того, чтобы кляр хорошо прилип к нашей замечательной сосиске, перед тем, как окунуть ее туда, нам нужно обвалять в муке. Теперь мы ее нанизаем на шпажку. Обмакиваем вот так вот. Кляр, он достаточно густой. Попробуем ее обжарить вот так вот кипящим маслом. Масло у нас еще не совсем кипящее. Ну что, друзья, мы обжарили наши сосисочки в кляре, во фритюре. Получились они вот такие вот красивые, румяные. На шпажках прочно сидят. Мы их выложили на салфетки бумажные, чтобы с них стекло масло. А теперь можно красиво сервировать и приступать к дегустации. Мой любимый соус – это соус барбекю «Островок». Он, кстати, продается в больших бутылках в интернет-магазине iDigger Shop. Я вот взяла такой порционный, чтобы большую бутылку не таскать. Пользуйтесь рецептом, а в комментариях напишите, какие еще интересные рецепты с сосисками вы знаете. А мы, как обычно, разыграем подарок от нашей компании среди тех, кто оставил комментарий, подписался на канал и поставил лайк этому видео. Готовьте с нами, и мы обещаем, будет вкусно!